1990 году, 32 года назад, была принята декларация о суверенитете. Наверное, наш первый такой ключевой документ в истории современного Казахстана. И вот теперь этот праздник на постоянной основе с нами. И он действительно праздник, это важно подчеркивать. Я думаю, что и молодое поколение, и люди постарше, да и уже, собственно, я это слышу, с удовольствием воспринимают этот день. Хотелось бы пожелать всем нашим согражданам помнить об одной очень простой вещи. Мне кажется, это самое правильное в такой большой праздник. Любовь к родине, патриотизм – это не пустые слова, и их можно и нужно доказывать одним простым, очень простым действием. На своем месте делать свое любимое дело так, чтобы тебе самому не было стыдно.